Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело. Но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду. Даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. Может, дальше я ее понесу? Нет. Почему? Мы почти дошли. Я же справлюсь. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. Ну и ладно. Неси ее сам.
еще одна валькирия. Мы ведь спасем ее, да? Если под спасением ты имеешь в виду оборвем ей крылья, то да. Хватит, вы оба. Решение, как поступить, принимаю я. Приготовься. Громогласная. Госпожа, скажи, как ты попала в телесную оболочку? Зачем сражалась? Не знаю. Душа валькирии не может оставаться чистой в физическом теле. Наше место в мире духов. Куда я и ухожу? Прощай! С какой целью? Я не хочу строить пустые догадки. Ты что-то знаешь? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я много чего знаю. Голова. Ай, Сигрун.
королева Валькирий. Она могла. Когда я видел ее в прошлый раз, она сама была во плоти. Она явилась навестить меня, когда я был уже в заточении. Зачем? Ну, нам есть что вспомнить. Скажем так. Вы были влюблены? Ох, парень, я же покраснею, наверное. Я вообще могу краснеть? Сперва охотиться на этих тварей, теперь твою бывшую искать. Это лишняя трата времени. Не лишняя. Они же валькирии, отец. Те, кто не дает умершим заполонить Мидгард. Тогда неплохо справляются. Это не их вина, брат. Кто-то не дает им выполнять свою работу. Королева? Не знаю, парень. Надо еще их поспрашивать, если, конечно, вам не жаль времени. Хочет раньше нас успеть в Йотунхейм. Не проще было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них. Но этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство. Let's go.
Не попал. Что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым. И Фрея. Кто злой, так это Ас. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Обвинил меня. Меня в том, что ты сделал с Магни. Родной отец назвал меня трусом. И словами не обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Ах ты, ублюдок. Нет. Он побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Ты убил вопреки моему запрету. Вышел из себя. Ты сам учил меня убивать. Нет, я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик. И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да. Но чтобы защищаться. И никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство бога приводит к последствиям! Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Язык свой прикуси, щенок. Как скажешь. Зачем мы идем сюда? Мы что-то забыли?
Думай головой, мальчик. Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо. Мне есть что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться. Я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я помогу. Нет. Этот зал, но нужен другой путь наверх. Чему тебя учили? А, ты это мне? Я думал, тебе не понравился мой тон. Yeah.
еще одна валькирия. Начнем? Когда я решу. Go!
просто отлично! Взамен хотел лишь правду. Откуда у тебя эти клинки? Ты их прятал. Ты говорил об убийстве Бога. Ты убил Бога этими клинками? Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Ты слышишь? Я тебя слышу, но это не тема для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться.
А-а-а. Поздравляю. Братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было? Сын. Неважно.
Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно! Мы убили всех, кого встретили в этих горах. Кто следующий? Сюда, пошли! Бой! Нет, стой! Thank you.
Неважно.